В республике впервые выберут лучшего бетонщика. Конкурс профессионального мастерства стартовал сегодня в Якутске. Сначала участники прошли теоретический этап, им необходимо было ответить на 15 тестовых заданий. Затем началась практическая часть – установка и фиксация арматуры. За каждый правильный ответ или техническое действие конкурсантам начисляются баллы. Главный этап – заливка бетона – состоится через несколько дней. За звание лучшего бетонщика соревнуются всего 3 специалиста. Организаторы ссылаются на объективные причины. Сейчас, конечно, сезон, поэтому все заняты своими объемами, работами и обязательствами. И сейчас поэтому заявили желание вот участвовать сегодня 3 участника. До этого мы проводили конкурсы «Лучший каменщик», «Лучший штукатур», «Лучший прораб», «Лучший сварщик». Победители регионального конкурса «Лучший бетонщик» далее отправятся на всероссийский финал. Он пройдет в сентябре в Красноярском крае. Участники федерального этапа, занявшие призовые места, получат денежные поощрения от 100 до 300 тысяч рублей.